Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, гости моего YouTube-канала. Сегодня, 19 августа, мы с вами посетим могилу советского и российского актера театра и кино, дубляжа и озвучивания Игоря Николаевича Ясуловича. Игорь Николаевич Ясулович – советский и российский актер, кинорежиссер и сценарист. Родился Игорь Ясулович 24 сентября 1941 году, а скончался 19 августа 2023 году, в возрасте 81 года. Сыграл Игорь Ясулович в таких фильмах, как «Самая обаятельная и привлекательная», «12 стульев», «Бриллиантовая рука». Похоронен Игорь Ясулович на Новодевичьем кладбище. Одна с вами падочка сегодня, 19 августа 2024 год. Прошу вас подписаться на мои социальные сети, это как в Яндекс.Зен, Телеграм-канал. Скоро, к сожалению, могу закрыть Ютуб, поэтому все ссылочки на мои социальные сети вы найдете в описании и в закрепленном комментарии. Я вам желаю всего доброго. Сегодня мы с вами побывали на могиле актера Игоря Николаевича Ясуловича. Заложили вам падочку. Могилка ухоженная, светлая память на долгие годы. Вам огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. И подписывайтесь на мои социальные сети. Ссылочка в описании или...